Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль. Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава фрегат американской постройки ПС-11 «Ражих Хумабон», сообщает Philippine News Agency. Это был старейший крупный боевой корабль, до сих пор находившийся в строю. Церемония спуска с фрегата флага филиппинского флота прошла 15 марта. Планируется, что корабль переоборудуют и установят в качестве музея на военно-морской базе Кавите, которая расположена неподалеку от Манилы. Фрегат был передан Филиппинам в 1976 году как американская военная помощь. До этого он 20 лет находился в составе японского флота в качестве эскортного миноносца, пишет военный блог БМПД. ВМС США эксплуатировали его всего несколько лет с момента передачи в августе 1943 года и по декабрь 1945 года. В период службы на американском флоте корабль носил название «Атхертон» и имел бортовой номер D-169. «Атхертон» принял активное участие во Второй мировой войне, в частности активно использовался для сопровождения трансатлантических конвоев в обе стороны. Во время одного из таких переходов корабль поучаствовал в потоплении немецкой подводной лодки У-853. Это произошло 6 мая 1945 года в 16 километрах от побережья штата Рот-Айленд. В июне фрегат отправили на Тихоокеанский театр военных действий для борьбы с Японией и в конце того же года поставили на консервацию во Флориде. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.